Кировский цирк с острова Ласта-Рика прибыло судно. Матросы на корабле необычные, хвостатые и пернатые. Попугаи, морские котики, лошади, собаки и другие животные. Гости нашего цирка готовы взять на борт пассажиров, зрителей новой программы. Первые кировчане уже смогли отправиться в кругосветное путешествие в цирке «Премьера». В Ирландию, Италию, Египет и экваториальные страны. Как по мановению волшебной палочки, зрители новой цирковой программы превращаются в пассажиров корабля и перемещаются по земному шару. Как и в настоящем морском плавании, пассажиров циркового корабля поджидала опасность. В волнах Карибского моря путешественники встретили пиратов. На американском берегу зрителей ждали настоящие звезды – братья Суанбековы. На колесах смерти они показали номер, который был в программе «Цирка Дю Солей». До них в России никто не мог его повторить. И все опасные акробатические трюки мужчины делали без страховки. Зал наблюдал за артистами, затаив дыхание. После такого аттракциона для успокоения нервов не лишним оказалась и арктическая прохлада. Зрителей своими умениями и трюками порадовали пингвины, морские котики и даже морж по имени Плюшка. Хороший цирк. Она по-русски не говорит. Очень хорошая программа, прекрасная программа. Что тебе понравилось? Моржи и попугай. Я в диком восторге от братьев Салимбековых, Малимбековых. Я в диком восторге. У меня даже ладони вспотели. Я настолько была рада видеть их. Вообще потрясающе. Мне так понравилось. Отправиться в необычное путешествие по странам мира вместе с командой корабля «Ласта-Рика» можно в Кировском цирке до 24 августа. Анна Мамаева, Алексей Вожиков, Александр Прызгалов. Бюро новостей. Давича.